790 тысяч тенге будут получать учителя, которых направят работать в проблемные регионы. К двойной зарплате прибавят деньги на аренду жилья и коммунальные расходы. Об этом заявил министр науки и образования Асхат Аймагамбетов. Отправлять лучших учителей в Атыраускую, Мангыстаускую, Алматинскую и Туркестанскую области начнут с сентября. Именно в этих регионах сейчас дефицит педагогов. На поддержку переезжающих учителей выделяют почти 4 миллиарда тенге. Асхат Аймагамбетов отметил, что для повышения качества образования в одну школу будут направлять несколько сильных учителей. По его словам, найти желающих переехать не составит труда. По законодательству оплачивать жилье и коммуслуги мы можем только из местного бюджета. Для того, чтобы не нарушать законодательство, мы решаем этот вопрос через зарплату. То есть, например, учитель, переезжающий в проблемный регион, он получит в сентябре около 790 тысяч тенге. Из них около 140 тысяч будут коммунальные расходы. Остальные 650 тысяч – это зарплата учителя.